Обсуждается в вашей среде, допустим... Ты так говоришь, ваша среда, вот это меня сразу... Ваша среда! Я имею в виду, футбол элитный и футбольные жены. Ну, то есть, видишь, сейчас у тебя срабатывает стереотип, так же, как у меня когда-то. Ну, конечно. То есть, если замужем за футболистом, то все, это общение ограничивается только футболистами и их женами, с которых, кстати, я со многими общаюсь, прекрасные люди. Ну хорошо, со своими друзьями, допустим, вы обсуждаете то, что сейчас вокруг меня многие обсуждают, допустим, что определенные движения политические могут привести, допустим, к частичной изоляции нашей державы, и меньше станет возможности ездить куда-то. Или про это вы вообще как бы не думаете? А ты думаешь, это произойдет? Я думаю, что нет. Я думаю, что это обсуждается. Конечно, это обсуждается. Это всем интересно. Это события, которые связаны. Это сейчас, знаешь, переписывается история, по большому счету. Как можно быть безразличным к таким ситуациям? Можно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».